Всем привет, дорогие друзья, у микрофона Лео, и добро пожаловать в мой новый, очень интересный видеоролик, который посвящен секретному аккаунту Блокстрайки. Сегодня вы узнаете, какой же он все-таки будет, какая его настоящая стоимость, ну и в принципе будет интересно. Ну а сейчас, как обычно, я бы хотел разыграть 100 голды между своими подписчиками. Все, что вам надо сделать, первое, поставить лайк, второе, подписаться на мой канал, это, кстати, обязательно. Ну и, конечно же, третье, это написать свой царский комментарий. Выполнив эти условия, я тебя поздравляю, я тебе обязательно отпишу. Ну а также, конечно, если ты хочешь себе классные превьюшки, то обязательно заказывай их в Made Studio. Это очень классный паблик, который делает офигенные превьюшки, а также оформление. Ссылочка будет в описании. Ну и в чем же суть этого видеоролика? А именно, чтобы я вам показал, какой можно приобрести аккаунт за достаточно большую сумму. И вы узнаете, почему он все-таки секретный, что же там все-таки будет находиться. Поэтому смотри обязательно до конца. Итак, заметил я этот аккаунт на просторах интернета. Он стоял всего лишь один. В этом и прикол, что это было всего лишь одно объявление данного аккаунта. Я знаю его владельца и потом с ним свяжусь. Сейчас мы перешли в первую вкладку, и вы просто посмотрите на это. Сколько секретных ножей. Посмотрите, байонеты, комбат кнайфы, фальшоны. Это просто можно, если честно, обалдеть. Тут всего очень много. Тут все очень классно. Давайте перейдем на, конечно же, следующие странички, потому что их там очень много. Керамбидора, тот же самый охотничий нос, ультрафиолет, еще байонет, ультрафиолет. Короче, этот аккаунт, ну, достаточно, мне кажется, насыщенный. Пиши в комментариях, хотел бы ли ты его. И, ну, он достаточно прикольный, он достаточно дорогой, и самое интересное, это его стоимость. И мне показалось, что она даже какая-то маленькая, а именно, это 1500 рублей. Да, дорогие друзья, он предлагает 1500 рублей за такой аккаунт. И прикол в том, что мы знаем, что 5000 голды в Блокстрайке стоит 1000 рублей. 500-500. И теперь посчитайте сами, если Алдых вспомнит, сколько стоили все эти секретки на рынке, выйдет ли такая стоимость. Мне кажется, будет стоить чуть-чуть побольше. Поэтому, дорогие друзья, я бы у вас хотел бы кое-что сказать. Конечно, я не купил данный аккаунт, я только взял его на обзор. Но если именно ты хочешь, чтобы я его взял, пиши в комментариях, бро. Если ты хочешь, чтобы я его купил, подписывайся на канал. И, например, на новогодний конкурс я разыграю. Кстати, скоро выйдет тоже ролик подобного этого формата. Там я куплю аккаунт чуть поменьше, уже реально куплю и разыграю в том же видео. Поэтому обязательно прожимай колокол, чтобы не упустить этот годный видеоролик. Хотел, кстати, сообщить о том, что я уже вот-вот меняю название канала. И это не значит, что я ухожу из Блокстрайка. Это значит, что начинается новая эра, которую вот-вот уже увидите. Поэтому обязательно я говорю еще раз, подписывайся. Тут говорят год. Извините, но мне придется поменять ник. Но я уверен, что это будет даже к лучшему. Потому что новый ник, это значит, что будет новый контент, уже более качественный и интересный. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой у нас получился видеоролик. Мне очень сильно интересно, как же тебе все-таки аккаунт. Вот хотел бы ты себе такой аккаунт себе именно в инвентарь? Я бы, конечно, очень сильно хотел. Но все зависит только от тебя, мой бро. Все зависит только от тебя. Если ты поставишь лайк, подпишешься на канал, то, возможно, я его куплю и отдам именно тебе. Спасибо, бро, что ты досмотрел этот видеоролик до конца, ведь есть люди, которые даже, к сожалению, не смотрят мой контент. Поэтому спасибо тебе большое за просмотр. Жди новых видеороликов на моем канале. Я всем желаю выиграть, конечно же, в конкурсе. Ну и, конечно же, всех с днем рождения, прошедшим Блокстрайка. У микрофона был Лео. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.